Знамя отдохнет в чехле, воин отдохнет в земле, генерал протрет звезды рубины, будет много карт и схем, кто там воевал и с кем, летописец правды на рубином. Позабудется война, пленки с хроникой хана, на забытый полк поставит прочерк. И к тому ж прошу учесть смерть разборчива, как есть. Это в письмах неразборчив почерк. Только снова будем ждать и медали все ковать с надписью короткой «За отвагу». Разве есть медаль за грусть, за тоску, за «не вернусь» и за похоронную бумагу?